Живая музыка, угощения, цветы. Сегодня в правительстве Волгоградской области губернатор Сергей Баженов принимал почетных граждан Волгограда и региона, представителей общественных организаций, ветеранов войны и труда. Каждый из вас победитель. Кто-то воевал, а кто-то трудился. Но каждый созидал и каждый побеждал. В итоге есть результат. Есть город Волгоград, город-герой Волгоград. Есть его огромный потенциал. Ну, может быть, которому нам вместе с вами, все вместе, необходимо придать новый импульс. И мы такой новый импульс, я надеюсь, придадим и уже придаем. Поэтому еще раз в этот день хотел бы сказать вам спасибо за труд, спасибо за то, что вы делали, делаете во благо людей, во благо земли Волгоградской, да и во благо всей нашей страны. Хочу сказать, что у нас есть указ президента страны Владимира Ильича Путина о подготовке к празднованию 70-летия Сталинградской битвы. Я встречался с Дмитрием Олеговичем Рогозиным вчера буквально. Мы с ним отрабатываем, чтобы это была не только Сталинградская битва, а чтобы расширить все. И чтобы звучало так: от победы под Сталинградом к великой победе. Чтобы мы 2 года приводили Сталинград-Волгоград в порядок при поддержке федерального центра. Потому что в 2015 году еще и юбилей Великой Победы. По словам одного из участников встречи, жизнь только начинается после 70 лет. И действительно, все эти люди, среди которых и герой войны, и герой труда, возрождавший город, и заслуженные работники образования, все они полны энергии и готовы продолжать работать на благо Волгограда и его жителей. За спиной каждого из здесь сидящих есть опыт, знания, умения и желания для процветания, которые могут быть использованы для процветания нашего общества. Много вопросов затронули участники встречи. Помощь студентов в благоустройстве города, подготовка к чемпионату мира 2018, в связи с чем прозвучала мысль о том, что волгоградскому ротору пора играть в премьер-лиге, а также необходимость строительства третьей очереди волгоградского метротрама. На очередной думе, когда будет рассматриваться бюджет, будет выступление, чтобы по моей просьбе Волгограду выделили средства на третью очередь подземного трамвая, и чтобы наши ветераны от окраин могли быстро попадать в центр города. Самое главное, чему мы будем учить, это патриотизм и любви к родине. А все остальное будет прикладываться. Будут возрождаться и чемпионаты, будут у нас и, так сказать, роторы играть, и высшие лиги, где угодно, и в данном чемпионатах побеждать. Но все это все равно называется словом. Много дельных предложений, добрых слов и тостов прозвучало на сегодняшней встрече. Старшее поколение, поколение героев и победителей, намерены активно участвовать в жизни Волгограда и помогать ему достигать новых высот. Всех волгоградцев поздравляю. И так хочется объясниться в любви и ко всем нашим людям, городу нашему, к области нашей. Пусть у нас всегда все будет лучше для людей –